Здравствуйте, меня зовут Лещенко Наталья, и я приглашаю вас на курс, который называется «Самопознание. Прошлой жизни. Наставник души». Этот курс предназначен для тех, у кого возникли вопросы по поводу истории собственной души. И тогда ваши исследования в разы станут эффективнее. Исследования чего угодно, допустим, деревьев. И вы можете при исследовании истории какого-то предмета использовать не только ваши чувства, ваше тело, но также обращаться за советом и за подсказками к той части вашей души, к той высшей вашей ипостаси, которая может вам подсказать, дать более глобальные и более точные ответы на любой ваш вопрос. Гуляя по закоулкам истории собственной души, вы можете отыскать там то, что давно забыто, но при этом мешает вам решать насущные задачи текущего воплощения. И найдя то, что вам мешает, вы можете просто прочистить это пространство огнем своего осознавания. Приходите на наш курс. Этой пещере 20 тысяч лет, а у меня ощущение, что я здесь как дома, хотя я только что сюда пришла. Возможно, я здесь уже не первый раз. На нашем курсе можно изучить самое древнее воплощение и также узнавать ответы на такие вопросы, почему я чувствую себя определенным образом в каком-то месте. Возможно, причины очень древние. Например, когда-то в прошлом воплощении, возможно, я была древним человеком, который жил в такой же пещере, а может быть, в этой же самой пещере. И мое тело, память тела, хранит в себе вот эти ощущения, эмоции. Одной из самых интересных тем нашего курса будет тема внетелесных путешествий, которые мы будем совершать, исследуя и первое воплощение, и текущее воплощение. Пока все.